Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поделиться очень интересной практикой, как проверить, узнать, что подарок не подклад. Как узнать, что на подарок, который вам подарили, не наложена магическая работа? Вы думаете, что такого быть не может? Кто может такое сотворить? Может, и происходит это постоянно. Праздник прошел, гости разошлись, а подарки остались. Любые подарки абсолютно, начиная от духов и вплоть до денег. Зная, кто вам и что подарил, и если у вас к человеку есть антипатия, вам и подарок не к сердцу, то обязательно проверьте этот подарок на порчу. Первое, самое важное, деньги, которые вы получаете в подарок, не кладите их сразу в свой кошелек к своим купюрам. Даже если подарок идет от хороших людей. День они должны просто переночевать у вас дома, но отдельно. Лучше всего ими пользоваться только через сутки. Подарки, подклады. Люди перекидывают на них все. Нищету, невезение, болезни, алкоголизм и другие зависимости. Даже старость. И как проверить вещь на подклад? В первую очередь в вашем доме должен быть кусочек мела. Даже если он вам не нужен, если его нет, то обязательно вы купите любой белый мел. Дальше, что вы делаете? Вам надо нарисовать круг на полу или на столе, но вы должны быть одни. Зажгите свечу, любую абсолютно. Положите в этот круг подарок, который вам подарили. И водите свечой над подарком по часовой стрелке и при этом говорите такие слова: что скрыто, пусть проявится, нам ни зла не останется, истина. Вот вы должны говорить 7 раз. В это время вы должны вести свечой над подарком. Если свеча будет трещать, чадить, то однозначно подарок заряжен на порчу. То от такого подарка лучше всего избавиться. Самое лучшее – сжечь. Если нет такой возможности и вам хочется оставить подарок, то его нужно обязательно завернуть в черную ткань и водить над подарком свечой до тех пор, пока пламя не успокоится. И на этом все. И тогда эта вещь вам не принесет вреда.